Катание на лыжах – наиболее популярный вид зимнего отдыха. Он позволяет получить массу положительных эмоций и удовольствия, а самое главное – улучшить физическое состояние организма. Различают несколько видов лыж – профессиональные, спортивные и универсальные. Профессиональные лыжи – довольно строгие лыжи, очень жесткие лыжи. С ними может, в принципе, справиться очень подготовленный человек, спортсмен. Они не прощают ошибок. Ну, скажем, скорость на них можно развить очень хорошо. И самое главное, эти лыжи предназначены именно под ледяное покрытие. Спортивные лыжи предназначены для любителей агрессивного катания. В отличие от профессиональных, они намного легче. Это позволяет спортсмену улучшить технику, быстрее набрать скорость и добиться результатов. Универсальные лыжи могут проходить как по заснеженным склонам, так и по ледяным покровам. Такие лыжи удобны и легки в обращении, но рекорд скорости на них не поставишь. Есть, скажем, просто трассовые лыжи для людей, которые катаются именно по подготовленной трассе. Значит, их различие, ну, в основном идет в геометрии самой лыжи. Лыжи для фрирайда. Это вот лыжи, скажем, они предназначены для катания вне трассы. Это по глубокому снегу. Универсал может ходить по мягкому снегу, но не по целинному. Там они все равно немножко проваливаются. Вот эти лыжи предназначены для любителей катания по, скажем, нетронутому снегу. Также лыжи бывают горными и беговыми. В свою очередь, они подразделяются на категории в зависимости от стиля катания. К примеру, для беговых лыж характерны классический, коньковый и универсальный стили катания, тогда как для горных – карвинг, ски-кросс, фристайл и экстрим. Эти стили катания выполняются с поворотами, прыжками и другими трюками. Первоначальная стоимость лыж, она может варьироваться от 20 тысяч и выше. То есть от 20 до 50 тысяч – это будет более бюджетные лыжи. В основном используются для новичков. Среднеценовые лыжи для среднекатающегося человека, они будут составлять где-то от 40 тысяч до 80 тысяч. Это уже тоже зависит от модели лыж. Но если человек профит, он выбирает для себя уже более профессиональные лыжи, они будут, как правило, от 1000 долларов и выше. Стоимость лыж зависит и от используемого материала. Обычно это дерево, карбон или пластик. Среди алматинцев наибольшей популярностью пользуются именно пластиковые лыжи. По сравнению с деревянными, они легче, прочнее и не требуют особого ухода. Экстремал – от 38 900 тенге. Спортленд – от 50 000 тенге. Проспорт – от 53 000 тенге.